убил гребаного короля тьмы. Поэтому сейчас мы с вами и с нашими специальными гостями сыграем парочку песенок. Одна очень, другая не очень. Гостей у нас сегодня много. И зовут такую установку сейчас сядет Олег Корнев на две песенки. Колян, через две песни возвращайся. И также бас-гитара Ян Барбаровский. Вот, а пока ребята подключаются, точнее, я уж пока подключаюсь, я вам хочу сказать, что те, кто слушал интервью наше, Александр Панин и программа «Плакаты», тот, наверное, знает, что группа «Heaven Hill» записывает, наконец-то, альбом. И я очень надеюсь, что в 2017 году, в следующем году, вы услышите новый альбом «Heaven Hill». Wow!